Добрый день, друзья! Сегодня я хочу показать вам способ, обещанный, я обещал показать, как хранить текстурное масло. Текстурное масло, текстурный акрил. Кто не видел моего ролика про как придать текстуру акрилу, обязательно посмотрите, кто работает акрилом. Ну, то есть, возможно, этот способ дает возможность очень загустить краски, работать мастихином с акрилом, что, кстати, не получается, когда вы используете какие-нибудь загустители. Не то, совсем не то, я пробовал. Может быть, зарубежные какие-то есть загустители акриловых красок, но они, я уверен, дорогие, и они не спасают, сами по себе дорогие, и они еще не дают удешевления красок. А этот способ очень удешевляет краски. То есть живопись может, объемная живопись становится очень дешевой. Экономия красок до 6 раз. Так вот, про способ хранения. Я думал, когда мне пришла эта идея, думал, это чисто мое, поскольку в интернете как бы на первый взгляд я не нашел хранения способов. Но позже уже, когда еще раз посмотрел повнимательнее, все-таки увидел, что строители используют, дают вторую жизнь этому шприцу. Вот, сейчас я вам покажу, как это делать, заодно и покажу, как делать, собственно, придавать текстуру акрилу. Итак, для начала выдавливаем клей в емкость, отрезаем колпачок аккуратненько, вот так, чтобы дырочка была достаточная, чтобы потом выдавить поршень. Повторюсь, можно молотком каким-нибудь или чем-то выдавить клей, но если есть пистолет, лучше пистолетом. Потом нужно нажать на вот этот язычок. Сняли шприц, поставили вот так или завернули, чтобы не сохли стенки клея внутри шприца. Теперь берем диоксид кремния, он же аэросил. Добавляем понемножку. Аккуратно, напомню, хоть это и пищевая добавка, но дышать ей очень нежелательно. Поэтому аккуратно, не рассыпаем. Желательно с вентиляцией все это делать или где-то на открытом пространстве. Если просыпали, вынужден сказать, не убираем пылесосом. Пылесос диоксид кремния, аэросил, не задержит. То есть все это пройдет через любой HEPA-фильтр. Это нановещество, поэтому если просыпали, вытираем мокрой тряпкой. Вводим понемножку, по опыту. Можете глянуть видео про текстурное масло, там больше масла принимает в себя диоксида кремния. Здесь примерно 1:1, может немножко больше по объему. Вот, потихонечку. Теоретически эту композицию можно немножко разбавить водой. Чуть-чуть, 5%. Для чего? Чтобы не так быстро сохло. Сохнет быстрее. Я замерял скорость акриловой краски и вот этого текстурной вот этой массы приблизительно в 2 раза быстрее, в 1,5-2 раза быстрее вот этот схватывается быстрее. Почему? Поскольку здесь просто больше процент, собственно, акрилата. Ну, он же акрил, это одно и то же. Вот, поэтому можно добавить. Теоретически можно добавлять вот такие замедлители высыхания на основе гликоля. Вот, но производитель пишет, что добавлять их лучше непосредственно перед работой, поэтому я добавлять не буду. Замедляет действительно. Но как-то, понимаете, как я делал замеры, в тонких слоях не чувствуется, что он замедляет, как бы все равно сохнет. А вот в корпусных слоях действительно 5 часов, как и показано в инструкции, как и написано в инструкции, 5 часов корпусный такой хороший мазок не сохнет.
По поводу консистенции, какую делать? Желательно делать немножко гуще. Вот как пластилин лучше сделать. Почему? Поскольку вы будете разбавлять акриловыми красками, а они жидкие достаточно, это будет снижать. Если сделать мягенькую, такую, как нам удобно, это будет снижать пастозность нашей смеси. То есть, ну, например, добавляем 20-30% жидкой акриловой краски. Соответственно, и вот эта композиция будет размягчаться. То есть с небольшим запасом делаем. Вот, кстати, как кажется, я в самый раз и сделал. Да, соответственно, порошка примерно один к одному, если не меньше, по объему сыпем. Вот, мешается он очень хорошо. Это коллоидный раствор у нас получается. Коллоидные растворы не опускаются. Вот так же он храниться будет несколько лет у вас в этом шприце, что достаточно удобно. Как, собственно, и в масле. Диоксид кремния не расслаивается. Ну, еще капельку добавлю, пускай будет гуще. Я просто не делал такую густую. Вот еще немножко. Вот. Теоретически, если вы профессионал и работаете с акрилом, вы можете делать вот такие пасты, уже окрашенные, например, 20% акриловой краски добавлять, и у вас будет, например, красный, желтый, синий, какие-то основные цвета, что теоретически тоже удобно, чтобы не смешивать на палитре. У вас уже готовые тюбики с краской, с объемной, с пастозной. Вот, вытираем, просыпали, вытираем тряпочкой влажной. Никакой респиратор не поможет. Смотрите, аккуратно, не дышите. Повторюсь, это совершенно безопасный продукт. Вы его кушаете каждый день. Там в сыр добавляют, я не знаю, в таблетки, в зубные пасты, куда угодно. Это пищевая добавка. Вот. Но дышать нельзя, нежелательно. Вот, повторюсь, по ощущениям, вот сейчас, это пластилин такой, ну, мягкий достаточно, но или глина такая средняя. Вот, перемешивается качественно, быстро, никаких комочков, ничего у нас там нет. Вот. Все, 2 минуты у нас вот такая вот масса, которую нам нужно, наверное, единственная трудность, аккуратно загнать в тюбик. А, да, перед тем, как мы загоняем в тюбик, конечно же, нам нужно достать поршень. Палочки. Можно теоретически вот этой вот железкой. Ну, или проволокой какой-нибудь. Но если есть палочка или длинная кисточка. Вот так, с обратной стороны. Он легко достается достаточно. Вот такой вот поршень. И теперь... Кто на что горазд, можно ложечкой какой-нибудь, можно мастихином. Вот так постукиваем, чтобы опускался и воздух, если там есть воздух, чтобы он менялся местами. Так, вот эта белесость, как вы знаете, у акрила проходит. Это вода в дисперсии. Как только вода выходит при высыхании, смесь становится более-менее прозрачной. Диоксид кремния немножко дает такую мутноватость смеси, но она абсолютно не чувствуется, если вы в чистом виде там не будете прокладывать вот эти вот такие мазки. А окрашенная краска, это не чувствуется абсолютно. По поводу загустителей. Существуют загустители разного рода.
загуститель для акрила. Но как бы все не то. Я перепробовал два российских каких-то, Таира, еще какой-то. Совсем не то. Как-то вроде загущает, но какой-то оно все равно подплывает. Именно густого такого, густого состояния добиться нельзя этими загустителями, так скажем. Плюс их нужно большое количество, большой процент. Это, во-первых, достаточно они дорогие. Плюс не выполняют особо свои роли. Возможно, есть какие-то импортные загустители. Но, опять же, они дороги, скорее всего. И не выполняют вот такую роль как бы удешевления красок, что делает вот эта смесь. Повторюсь, вот это кубический сантиметр вот этой смеси, вот этой композиции, примерно в 6 раз дешевле, в 5-6 раз дешевле, чем кубометр акриловой краски. Кубометр, ну, кубический сантиметр. Вот. Так что вот это, кроме как придание хорошей тексотропности смесям, это очень сильно еще и удешевляет процесс живописи. Вот, теперь ставим наш поршень. Вот, колпачок в самое время сейчас одеть. Вот так это почему-то делается, хлястик. Сюда. Так, вот обтерли немножко. Теперь, у кого есть пистолет, заправляю в пистолет. Поршень вот этот металлический должен быть по центру. Это я по опыту знаю, чтобы не клинило. То есть вот этот поршень, вот видно, он желательно, чтобы по центру. Был по центру. Вот наша паста. Текстурный акрил. Вот он, все. Все, выдавили сколько нужно, колпачок закрутили, к колпачку к этому акрил не пристает, полиэтилену не пристает. Кстати, можно, знаете, резервы, понимаете, можно резервы какие-то делать, если у вас окрашенное уже что-то. Вот, удобно. Можно мешать с любыми, знаете, акрил вот такого рода. Можно мешать с любыми наполнителями абсолютно. Сейчас я побольше немножко выдавлю. Кто с чем работает? С красками, с, там, с каким-то золотом, я не знаю, диоксид кремния, белила, что угодно, там, мел, гипс. Единственное, я знаю по опыту, нельзя добавлять серебрянку в акриловые краски. Алюминий в смесях в присутствии воды может выделять водород и диоксид алюминия, собственно. Ваша емкость может просто распухнуть, а то еще и взорваться. Так, вот здесь всего лишь 20%. Сейчас немножко. Вот. Так, ну вот, видно или нет. Вот по объему даже меньше, процентов 15. Ну, пускай будет 20. 20% цветной краски. Причем не самой лучшей. Вот, например, мастер-класс, там больше пигмента, а это какая-то вот что-то, не знаю. То есть, если брать краски пигментированные, хорошие пигментированные, то и 10, может быть, 15% будет хороший объем, хорошего цвета, причем еще кроющая сила будет сохраняться. Вот. Вот. Но это я сейчас делаю чисто показать как бы текстурность, точнее, тексотропность. Тексотропность – это способность краски держать форму, в нашем случае не расплываться. Вот, 2 секунды, и у вас вот такая вот композиция. Вот, ну и плюс такой хороший объем для, ну, того же мастихина. Здесь прекрасно справится кисточка, что мягкая, что жесткая, тем более щетинка справится, да и мастихин. Можно сделать при желании еще погуще немного, если это нужно. Вот. Повторюсь, вот уже сейчас можно капнуть того же гликоля, если инструкцию соблюдать, то что непосредственно перед применением, чтобы замедлить процесс полимеризации акрила, то есть высыхания.
Вот какая кучка, приятная очень на ощупь. Да, вот этот клей до сих пор остается клеем, несмотря на то, что мы ввели сюда диоксид кремния. Своих свойств он абсолютно не потерял, просто немножко загустился. Им просто можно ну, до сих пор по хозяйству и пользоваться. Вот. Очень пластичная смесь. Производитель достаточно много пластификатора сюда ввел. Но это для чего? Для того, чтобы на морозе не трескался этот клей. Вот. И нам это позволяет сюда, кстати, вводить любые жесткие наполнители, типа песка или чего-то еще. Будет, смесь будет гибкой. Вот все на сегодня. Думаю, вы сами разберетесь, что, как применять вот этот замечательный материал. Пишите, будет интересно почитать. Кто-то что-то, может быть, интересное придумал с этим. Все на сегодня. Хорошего дня, счастливо.